Привет-привет! Привет-привет! Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. Мы сегодня будем открывать сюрпризики, вот такие сюрпризики. Да, сюрпризики. Да. Там из пластилина Play-Doh яйца сделанные, да? А внутри сюрпризики спрятанные, да? Какие-то. Ананюша! Ну-ка давай, сейчас. Ой. Ну открывайте полностью и будете показывать. Потому... А! Что это? Нюша! Нюша? Ну-ка показывай Нюшу. Что за Нюша-то? Откуда она? Она из Машки, из Мансальков. Из... Откуда? Из Мансальков. Ну покажи ее, покажи. Да не видно, ой, ты ее в руке держишь. Очень ниже опусти. Игрушка. Опусти ниже. Нюша. Ну покажи, Алиса, Нюшу-то не видно никому. А, вот она, Нюша из Смешариков. Ой, мне родные застряли. Так, у Егора кто там? Давайте будем расставлять их сюда. Пандочка? Какая? Кунг-фу или обычная пандочка? А у Егора кто там? Из кунг-фу панды. Из кунг-фу панды? Из сладей. Вот. Так, а это кто? Ну-ка показывай. Это панда. Панда? А, здорово. Ставь ее рядом с Хрюшей. Или кто там? Хрюша или кто? Нюша. Нюша. Хрюша, Нюша. Так. Вот. Так, это кто у Егора получился? Из кунг-фу панды. Тоже из кунг-фу панды? Да, ну-ка. О, какой монстр интересный. Смотри! С рогами еще. Ну давай. Так, у Алисы кто там? Не знаю. Ниже опусти. Так, кто это? Я что-то не вижу. Мне попалась Китти. А, это из мультика про... Китти. А у Егора Hello Kitty, а у Алисы это из мультика. Как мультик там называется? Смешарики. А, смешарики, опять. Да. Попугайчик. Где попугайчик? Ну-ка покажи попугайчика. То есть не совсем папа. Поверни в другую сторону, другой стороной, потому что ты на него смотришь, а мы не смотрим. Ой, мне попалось. Поверни в другую сторону. О, мне Пинки Пай попалась. Ну-ка. А, вот он какой попугайчик. Здорово. Мне Пинки Пай. Егору попалась пони. А у меня Микки Мауш. Микки Мауш? Да. Ну, давайте, ставьте рядом этих друзей. Мне попался вот такой вот... У меня Патрик. У Алисы медведь, ой, у Егора медведь попался, у Егора, у Алисы, это Губка Боб? Да. Или как его зовут-то? Патрик. А, это из мультика Губка Боб, да? Ясно. У меня кунг-фу попало там. Кто это? Панда. Панда из какого мультика? Кунг-фу. Кунг-фу панда, да? Да. Ну все, ставь. Сейчас мне попадется. Так, кто там еще Алисе попадется? Ну, кто у меня лисичка. Какая лисичка? Гэри! С какого мультика? Я не знаю. А у Алисы кто попался? Ну-ка покажи Гэри. Алису. Кто? Гарри из Спанч-Боба. Гарри? Гарри. Или Гарри? Кто мне попался? Кто у Егора попался? Король Киндер-Яиц. Король Киндер-Яиц? Почему? Ничего себе. Там прям написано так, что он король. Нет, тут написано Киндер, и у него есть корона. Киндер-корона. Киндер есть? Киндер-корона? Да. Ясно. Ну, показывай нам. О, здорово, какой король. Ну-ка, поверни в другую сторону. А, вот он еще держит ящичек с сюрпризами, да? Вот здорово. Его золотое яйцо даже. Здорово. У меня Смурфик. Смурфик? Ну-ка, покажи его хорошенько. Покажи хорошенько Смурфика. А мне попался сладей смешариков черепашка. Сейчас у Алисы посмотрим Смурфика. Вот Смурфик. А у Егора кто попался? Из смешариков на наемник сладей. Понятно. У меня миньончик. Миньончик? Ну-ка покажи миньончика, я его не видел. Из чего он? Он с подставкой был. Миньончик. С подставкой был? Ну давай его в подставку. Кунг-фу ставь. Панда. О, у Егора кунг-фу панда попался. Здорово. А, это другой же кунг-фу панда, да? Да. У Алисы где? Миньончик, да? Да. И синий. Здорово.
Так. Ой. Ой. Что там еще у вас? У меня мистер Крабс. Это из какого мультика? Из Губка Боб. А, из Губка Боб. Понятно. Прикольно. Алиса Китти. У Алисы Китти попалась. Hello Kitty, да? И что, последние сюрпризы остались у Егора и у Алисы, да? Кто там? Я смешарик. У меня Китти. Смешарик и у Алисы Китти попался. Здорово! Вот сколько попалось, пооткрывали вы, да? Да. Сколько у вас пооткрывалось сюрпризов, да? Ну-ка посчитай, Алиса, посчитай, сколько сюрпризов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ой, что-то ты пошла. 18, 14. Ну, до 12 ты считать умеешь, а дальше что-то у тебя все пошло. Ну-ка, Егор, посчитай, сколько получилось сюрпризов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. 21 сюрприз Егор с Алисой открыли. Ну что, всем говорим пока-пока. Пока-пока. Вы были на канале в гостях. У Алисы и Егора. Всем пока-пока. А Алиса у нас что-то опять надула. Да, и так что я буду целовать. Пока-пока. Пока-пока. А вот и Алиса получилась.